Всем привет, дорогие мои друзья! С вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал «Домашняя мини-ферма» «Кобыляцкая перепелочка». Тема сегодняшнего видео – мои инкубаторы и мое куриное хозяйство. Итак, поехали. Ребята, сегодня 31 мая 2023 год. Вот я из своей комнаты, можно сказать, сделал инкубаторную. Это у меня мой китайский инкубатор, я его скоро буду продавать. В нем я уже сделал 4-й выводок. Как вы помните, я его улучшил. Здесь установил дополнительный гигрометр с термометром. Здесь температура уже пошел наклев сегодня, 38,5. Вчера, кстати, не вставало света на 2 часа, поэтому аккумулятор выдержал. Очень хорошая штучка. Так, это первый инкубатор. Второй инкубатор вот у меня возле кровати. Это выводной инкубатор. Здесь температура 36,6, влажность 70+. Установил здесь белый гигрометр с термометром. И провод, как вы видите, вывел сбоку за этим разом. Так, здесь у нас всего лишь 2 яичка инкубируются. Там вот увлажнитель. Кстати, закончилась дистиллированная вода. Необходимо сегодня или завтра докупить еще. Так, это второй инкубатор. Это новый, тот, что я сделал пару дней назад. И это точная копия моего первого инкубатора выводного. Здесь также куриные яйца закладывал 40 штук. Осталось 34. Здесь температура у нас 39 градусов, 38,9 на включение, 39,1 на выключение. Влажность около 60. Ну, я только что их открывал, побрызгал, поэтому влажность здесь сейчас повышенная. Ну и черный гигрометр 63,39 температура. Эти будут лупиться 6 числа. Так, теперь идем в курятник. Итак, заходим в мой курятник. Пришлось зарезать красного самого жирного петушка. Остались только вот эти курочки. Красному петушку расклевали хвост до крови и переломали крылышко. Поэтому у нас один Петька остался. Вот наша кура здесь загорает. Куро, ты чё? На старости лет на курорты потянула? А ты, страус, чего здесь стоишь? Сегодня вот им купил морской ракушки 1 килограмм 37 гривен, чтобы они клевали кальций. Также вот зерно. Ну, здесь, конечно, кура насрала уже в каплю улавливатель. Водичка, все как положено. Вот такие у нас курочки здесь. Страус, алло, покукарекай на камеру. Он уже умеет так красиво кукарекать. Так, вот они, наши птички, наша гордость. Скоро выйдет первая серия «Как начать перепелиный бизнес с нуля». Вот купил сегодня 10 килограмм комбикорма. Ну а здесь у меня отходы кукурузы и ячмень. Все. Вот такой сарайчик у меня. А вот здесь, вот в этом углу, я буду достраивать перепелятник. Вот как раз здесь.
Так, буквой Г. От стены вот сюда и вот сюда. Возможно, здесь еще будет пристройка для комбикормов и зернодробилки. Но это не точно, я еще подумаю. Или может быть не пристройка, а просто под навес или пристройка, чтобы и зимой можно было здесь молоть им, кушать. Вчера вылупилось у меня 11 цыпленков, ну а сейчас я буду их отвозить, продавать по 25 гривен за голову. И сегодня заработаю 275 гривен. Ну а на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока.